Но перед началом данного видеоролика я хотел вас попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на мой канал, и обязательно включили колокольчик. Моменты взяты со стрима Азама, ссылка на него будет в описании. Если хотели посмотреть еще какие-нибудь моменты, то ссылка на Азама будет в описании, приходите, смотрите. Ну а теперь смотрим видео. По тебе знаю, сколько урона. Гоу еще раз, гоу еще раз. Давай. А. Бля. 2020 урона. Азама, у тебя 2020 год урон. Да. Совпадение. Урон 2020. Пацаны, этот год, блин, побыстрее год заканчивайся, блин, ты мне все страшнее и страшнее становится. Я обращаюсь к 2020 году. Саму алейкум, Александр, дал на бой огромный крехейт, видите, что все сезоны. И Азам у нас не принят. Делаю Азам. Все, за донат, извините, если кого-то не чек. Давай я попробую это сделать, типа, сидя, давать это, стенки ставить, типа. Не, ни хрена. На джойстике, а действие. Азам, знаешь, как ставить стенки в приседе? Короче, когда сливаешь, ну, кнопку огня, которая читает стенку, вниз проводи палец и носи, ну, на естественно. Я крон добил, я конченые настройки. Идите нахер, блядь. Я нечаянно прикол. Ай, блядь, у меня микс-клики, пацаны, извиняюсь. Клики или как там называется? Мне вообще нравится, когда стенки, брат, стоит ставить. Нравится? Нравится. Да, вот этот зарубежный ютубер, один программ, MOSMN, вроде, он типа стоит ставить стенки быстро. Либо... Да я не могу. Я не знаю, этот вроде мистер Али, что ли, его MOSMN, стоит быстро ставить. Ни хрена себе, крышку! Миробик, спасибо за донат. Отцом стал. Да, братан. Делаю. Спасибо, крохи, 1000 рублей, охренеть. Спасибо, номер братан. 1-20-21. Вот там, блядь. Поставьте лайк, подпишись на канал. На тебя, Азам, вот сейчас, смотри, сейчас на тебя надвигается буря. Атака бешеных лапчик будет, блядь. Это моя стихия. Ты готов, Азам, получать на дверей? Бля, смерти, погнали. А сам так спокойно играет, пиздец, блядь. Бля, а кого губы я бы потел бы, конечно же. Ой, Тали! А на ошибку он мне в голову дает сюда. Блядь, геймер и мати, конечно, взял оружие, бля. Только не говорите, что он в этот вектор взял. Нет, похоже. Почти. Не, почему вы ее? Можно оттяжки выйти. Ах, да? Да, оттяжку, блядь. На сцену сыграешь, даунтаун. А чё он сделал? Даунтаун. Добавился. Хорош! А забляд, крыса! Как я тебе в голову дал, блин? Нет, ты сам сказал не брать это. Не, не, подожди, подожди. Я тебе скажу. Не. Вот это. Если ты Томпсон не взял бы, я не сделал бы. Клянусь, не сделал бы. Если это чисто случайность, бля, просто. В смысле? Ты сам сказал, я не специально взял, у меня оружие. Пацаны, я вам отвечаю за то, что он вот такую хрень сделал. Сам на меня орал, бля, хайван, бля. Ладно, бля. Мы просто даем... Кто там в жопу сует себе что-то, бля, хайван? Я просто ему фору дал, пацаны, блядь, так. А, Ямато быстро играет, на тебя попадаешь по кнопке. Банти зажал 2000. Так оконченный, блядь. Я тянул! Я в голову, я сломал тебе шлем, смотри шлем, Азам свой. Да. Чё, да, у тебя шлема нет, Да. Уйди ты, блин. Зажим вечен. Какой шлем, блядь, в тело убил, блядь, в шлем гейт, блядь. А тело просто не повезло. А, вот у хрых обкара, блядь. Какой? Одна пулька в тело просто. Да. Передай привет Баглану, Димашу, Жавгасу, Ишокану, Темпу, Духом. И Араб тоже спасибо за донат. Бекки тоже огромное спасибо. Если кого-то чек, не чекну. Ассалам алейкум, до старца, дорогие мячики, дальше. Кто стреляет, блядь? Давай как, вот. Почти. Дигл не надо вообще кинуть тогда. На! Ема, ты видел сперва, как залетело красиво? Да. Пятьдесят четыре. Не, у меня два раза 54 показал, у меня лично.
Поставьте лайк, вообще снага. Бля, отча, Акол, вот она научился с телефона нас стримить, бля, отвечай намного, бля. Типа, два дня назад вообще по кнопке нормально попасть, но сейчас попадаешь. Привет передаю, Альдахан. Сам ты шалава понял, блядь? Городу, блядь. Передай шалава, блядь. Делаю мув, собираю банкноты. Я номер один в 2021. Отвечаю, голову я давал, ты, блядь, я не знаю, как ты убил. Опять со щит ставишь, блядь, я в рот бомбил. А, блядь, что я делаю? Ебать, его Христос замок. А как геймер по 5-6 пули зажимает? Геймер по сути. 17 пуль стреляет. Почему ты 50 пуль стреляешь? А я 60 пуль. Бля, Крашиха, что ты творишь? Огромное тебе спасибо за донат. Надо прощение. Да нормально все. Это зам большой кровообращение. Как настроение? Он играет с профессионалом. Как сердцебиение? Как кровообращение? Офигенно, спасибо огромное за донат. Бля, огромное спасибо за это. Бля, я не перетягиваю, надо чуть быстро тянуть. А я просто в небо кидаю прицел и ты попадаешься. Поставьте я хочу на канал. Просто фору даю, а забыл, так бы пацаны его вынес, пацаны. Где я фора, бля? Я тут фора. Просто две семерки я тебя ставлю. Ты за колебал зажимай, да, отвечаю. Да, шлем сломал же. Какой шлем сломал? Ты, блядь, в тело зажимаешь, блядь. Не, реально, попал в конце. 4 семерки вроде, онлайн у тебя будет, что ли? Нами рот, блатной, да. Реально за колебал, блядь, зажимчик. Я тебе сейчас полный рост буду зажимать, блядь. Полностью буду зажимать. Да я тебе же голову дал, брат. Какой голову? Ты мне тело убил, блядь. Ну в тело убил, это... Ну я понимаю, если ты в голову, давай тело убил бы. Так это было так же, тебе в голову попался. Не, ты мне в голову, наверное, дал, а потом в тело добил. Ну да, это было. Не, не сразу. Я так понимаю. Ты мне сам говоришь сначала в голову, потом в тело. Нет, нет, смотри, он в голову дал, я потом пробежался через секунду, еще раз только в тело дал уже второй раз. А-а-а. Я понимаю, если у него типа не залетело бы типа в голову. Не, я хочу прям, я очень хочу в голову пойти. Ты мастер геймер, по 5 урона сносишь. И мы два бота встретились. Так он их иди нахрен, я вообще от стенки убью. Давай. Бля, вот твой ты. Бля, вот. И когда кто-то, знаете, бокал, который вот так байтит, с оружием ходит. Да, зажал соли, простите. Да, соли, простите. Ну я не специально, блядь, так говорю. А я специально тебя зажимаю. Ты специально делаешь. Да, конечно, ты сейчас... Крашиха, огромное тебе спасибо за донат. Огромное спасибо за поддержку такую. Спасибо огромное, реально, очень приятно было. Почему не все три семерочки спамнили? Три семерки это потому что были. А чё у меня то летит в голову, то не летит, блин. Чё за херня, блин? А я то попадаю в тихо, просто по клавишам залит. Бля, чё, смотри, смотри, чё, чё там, увидел? Чё я делаю, блин? Где? Номер 1, 22. Клянусь, я специально не стреляю, он сам стреляет. В смысле? Бля, какой, бля, Джесс, бля, отвечаю, бля. Хе-хе-хе.
Не, смотри, блядь, я понять не могу, что за хуйня. Оказывается, блядь, в игре же я за собой слышу, и там выстрел, и тут выстрел. Я понять не могу, что за херня. Из-за этого я теряюсь. Я тоже знаю, я не понял, кто стреляет, блядь. Я же говорю, я из-за этого не понял. Я начинаю теряться, нахер эти наушники. Ну нахуя мне, блядь, валить, блядь, когда я играю. Играю, ёбаный в рот, блядь. Ох, я не буду, всё, не надо, я не буду. Ты не моё, блядь. Я не буду, всё. Он на телефон разъебёл сейчас, блядь, и меня разъебёл. Отвечай. Подожди, я выкину этот, блядь. Телефон? Всё, играем. Да, геймер, как ты 5 пуль стреляешь на той двух? У меня 2 двухстволки же. Я тебе перезаряжаюсь. А зам слышит так это? Зам слышит? Ну вот что это за хрень? Попасть по лупу пальцем, бля. Я сейчас пальцы отрублю себе, блядь, включаю. Как тебе спать-то чё? Все, собрался. Хорош, блин, еще 2 раза жду, так голова не будет болеть у тебя. Да почему не летит? Да что за фигня? Я специально. Хорош, геймер. Я специально стою и, блядь, пытаюсь вот так дать. Когда вот один раз попадили, но. Хорош. Я не понимаю, почему этот я не могу гол дать. Тебя полностью наверх оттягивает. Ну, гол дал, геймер, брат, 3 раза нажал. Тянул. Не, один раз я типа в тело, я прям резко вытянул его. Ой, да чё говорю тебе? Блин, АКшки скина нету. Я бы с красотки хотел, блин. Мне сейчас нужно чисто натяжку, вообще насрать на победу. Нужно оттяжку очень красивый. Один знаешь, что он пишет? А задай мне геймер, я сейчас фото скачаю, чпокну его. Ты видишь, что я сделал? Да. Давай, геймер, тащи. Мне кажется, сейчас он убьет меня. Не, ничего страшного, 1-1 будет. Ты в прицеле мой оттяжку сделаешь? Да. Я просто бежал, бля, я не трогал его даже, он убил бы меня. Ема ты бак, геймер. Бля, вы серьезно не можете с телефона играть? Вот, Баурбек, ты долбоеб. Ты играешь 3 года в игру, и ты как бот играешь. Я играю в игру, блядь, неделю, блядь, играю с телефона, блядь, в СНС-ку. Неделю играю, долбоеб, и ты говоришь, что я... Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а теперь всем удачи и всем пока-пока.